Слава Вышнему Богу! What a wonderful night! Welcome, welcome! Merry Christmas! С Рождеством! Прекрасное пение! Наши детки сегодня вместе с нами, или мы вместе с ними, и мы празднуем сегодня праздник Рождества, Рождества Христова. Прекрасный вечер, прекрасное время, когда мы смотрим сюда, посмотрите, это просто цветы, цветы, это наши цветы. Мы украшаем наши дома, мы украшаем наши front yards, мы украшаем, мы вешаем везде лампочки какое-то, хотим украшение сделать, показать, что этот день... Christmas – это Рождество, это есть особенный для нас какой-то праздник. Вся страна это делает, и мы присоединяемся к этому, мы хотим как-то все это украсить. Наши дети есть украшения тоже сегодняшнего вечера. Я верю, что много деток, которые сегодня здесь присутствуют, они в ожидании чего-то. Они что-то хотят, они хотят, кто-то хотят выступить, кто-то хочет спеть, кто-то пришел просто посмотреть, потому что на самом деле сегодня будет что-то интересное, сегодня будет что-то... вообще такое чудесное, то, что мы делаем, потому что здесь сегодня в основном будут не взрослые, здесь сегодня будут дети. И дети, знаете, они имеют свой какой-то особенный язык. Это язык такой любви, детской доброты, простоты. И это прекрасно. Конечно же, мы нуждаемся в том, чтобы Господне присутствие было с нами. Мы присутствуем здесь все, но надо, чтобы Господь нас благословил. Мы хотим просто поблагодарить Его за эту возможность быть сегодня здесь. Друзья, я приглашаю каждого из вас, родители, папы, мамы, бабушки, дедушки и те, кто просто здесь сегодня есть. Мы просто склоним свои головы. Мы благословим имя Господне. Ангелы сказали, радуйтесь. Это радостная вещь, что Христос, Он родился. И мы будем радоваться сегодня вместе с нашими детками. Детки, мы тоже будем все молиться. Мы закрываем глазки, мы молимся и мы радуемся. Аминь. Аминь. Господь, мы Тебя любим и мы Тебя благодарим. Бог, Ты есть благ к нам. Господь, Ты добрый к нам, Ты добрый Бог. Ты возлюбил людей, и Твоя любовь она настолько велика, что Ты, смотря на землю, смотря на всех людей, любя их, посылаешь Своего Сына Иисуса на землю, и Он приходит в очень скромном виде, Он появляется в очень скромном месте. Господь, это было явление Царя, Царя Вселенной, Царя всего просто видимого и невидимого. Господь, так Ты сделал, так Ты захотел. Боже, но это было Твое послание любви. И мы принимаем это послание. Мы сегодня радуемся этому. Мы торжествуем, мы поздравляем друг друга с этим праздником, праздником Рождества Христова. Господь, Бог мой, пусть Твоя любовь наполняет наши сердца, пусть эта атмосфера любви, атмосфера радости, атмосфера просто восторга, она наполняет нас. Мы хотим сегодня вместе с нашими детьми, нашими детками, которых Ты тоже дал нам, Господь, Боже, прославить Тебя, благодарить Тебя, радоваться Тебе, Господь, и быть вокруг Тебя, Господь, потому что все это то, что мы делаем, это все для славы Твоей. Будь благословен, благослови нас, наших деток, Господи, пусть Твой мир будет в нашем сердце. Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, и мы благословляем Твое святое имя. Аминь. Defeated because
Звучат хвалой твои уста, а в сердце приняты Христа, и в праздник празднуют те слова, когда в душе нет Рождества. К тебе сейчас стучит Господь, открой ему, и он войдет, и с ним наполнится твой дом счастливым светлым Рождеством. Всех от сердца поздравляем с Рождеством и сегодня возвещаем всем о нем. В этот день Христос родился, с нами Бог, чтобы нам теперь открылся путь в чертог. Нас сегодня приглашает Вифлеем. Ангел Божий возвещает радость всем. Нас сегодня приглашает Вифлеем. Друг, пойдем же вместе с нами поскорей, чтобы был увиден всеми царь царей. Christ is born, a new hope he brings. Hail him, Lord and mighty King. Love and joy come down to earth at the Savior's holy birth. He has brought salvation's light, God's great gift and glory bright. Bless and praise him, worship him too. Christ is God's proof, his word is true. Come, be thankful, behold, be thrilled. The miracle of Christmas is Jesus for real.
жили вечно, поспеши ко Христу, Он ждет тебя давно. Слава Богу, друзья, наши детки, да, прекрасно, спасибо вам большое. Я смотрю, да, можно, можно, знаете, это все-таки их поощрение. И на самом деле, когда я сидел, смотрел, и каждый ребенок, вот он уникальный. Девочка, мальчик, их выступления, знаете, когда они поют, кто-то рассказывает стихи. И ты смотришь, на самом деле они все разные. Они на самом деле все разные, никто не похожий на себя. Но они так как-то все гармонируют вместе. И так ты смотришь, оно так интересно, наблюдаешь на них. Чем старше мы становимся, тем более, знаете, такие правильные, тем мы более такие ровные, тем мы, может быть, воспитаннее, или как даже сказать. Но вот чем младше, тем более естественные. И поэтому, когда мы смотрим на детей, знаете, я вспоминаю, когда Иисус говорил, что умолитесь, вот будьте как маленькие дети. И думаешь, а что это Он имел в виду? Вот, наверное, Он это имел в виду, вот быть таким вот простым. Простое такое, естество такое. Вот он ребенок, он не знает, как скрывать. Он хочет зевать, он зевает, знаете. Он хочет там где-то почесаться, он чешется. Он хочет что-то там поправить. Хочет там поговорить, он постал, поговорил. Это дети такие. И вот такие вот они есть. Господь их создал такими, мы их такими принимаем. И мы радуемся им таким. А вот сейчас выходит еще меньше возраст. Я думаю, нам будет не менее интересно посмотреть еще на эту категорию поклонителей, на эту категорию поклонников, на эту категорию певцов. И в них тоже есть своя уникальность. Иногда мы думаем, ну что дети могут, да? Как дети могут? Ну, на самом деле, если мы смотрим на них, если мы рассматриваем в них что-то, мы можем много чего увидеть. Дети, они покоряют своей простотой. Они покоряют нас своей любовью. Дети, они не умеют, вот такие маленькие, они не умеют еще врать, знаете. Поэтому, когда они все что-то делают, они все делают естественно. Вот так вот, как они вот умеют. Друзья, благословляйте ваших деток, это прекрасно. Я очень рад, что наша церковь, она имеет детей. Она имеет детей разного возраста. Я рад, что наша церковь имеет старших людей. И разное поколение, это прекрасно, когда в церкви, это семья. Поэтому мы радуемся вот этим вот маленьким созданием, которые сейчас здесь вот уже тоже стоят. И в них тоже есть своя определенная радость. Представьте, что они ожидают сегодня. Ведь тоже они здесь присутствуют, чтобы послужить и чтобы им послужили. Они прекрасны. На самом деле, они красивые, они прекрасны, друзья. Поэтому да благословит их Господь, нас да благословит. Сегодняшняя наша программа, потом будут еще выступления.
И все те, кто у нас сегодня есть, кто будет выступать, пожалуйста, вы будьте готовы. После этих маленьких деточек мы еще объявим, кто у нас будет идти следующим. Поэтому да благословит вас Господь, пожалуйста. В вышине небесной славит Бога хор, и напев чудесный огласил простор. Ныне радость людям, Бог нас возлюбил, пусть прославен будет Сын Иммануил. Многие столетия все поют о том, радостно на свете с Господом Христом. Рождество — это значит радость, Рождество — это значит мир. Рождество — это значит, надо всех простить, как Христос учил. Рождество — это значит людям то, что у Бога открылся вновь. Петь, играть и молиться будем, прославляя Христа, любовь. Of great joy, which shall be to all people. Luke 2:10. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Luke 2:14. Let the heaven rejoice, and let the earth be glad. Psalm 96:11. Right.
Да, мы поддержим наших деток. Прекрасно. Спасибо вам большое. Вы умнички, вы молодцы. Спасибо. Вы хорошие детки. Merry Christmas, девочки, мальчики, все, кто пришли. We're celebrating Christmas, and I got some gifts. Maybe not a lot, but for a few. And we can just set them. Thank you. So,
as if we can get our PowerPoint. Okay, we've got it in the back. Thank you. So I'm happy to see everyone, и девочки, и мальчики, boys and girls, that we can celebrate Christmas together. And as we know that Christmas is celebrating Jesus, and it's God's greatest gift, because God created us all in His image, and He knows, God knows what's the best gift for us. We might think, why is it Jesus? Why is it the biggest, greatest gift? God gave us greatest gift, and that's why we give gifts today. Remember the three wise men? You know the Bible story pretty good, how they came and they gave those gifts. Maybe they helped mom and dad, Joseph and Mary at that time, especially gold. But the three wise men came and gave those gifts. They celebrated Christmas, the greatest gift. And that's where we get this culture of giving, from those great times, the Bible times. I remember when I was a kid, your age, I had these gifts. And I still remember something ticklish, something so exciting. Like, I get like shivers on my just great memories, giving. Holy Spirit brought this, the gift of the celebration of givings. And I would like to say, by the way, I think you're expecting some special gifts. Could I ask maybe at least a few kids here that are with us? My wife, Irina, you just speak. So we're going to ask a few. What is your best, like you're wishing for the best gift? Navgunch. What was it? Headphones. Oh, the phones? Headphones. Oh, okay, that's wow. Okay, mom and dad. AirPods. Good luck. What? Oh, AirPods again. Okay, pretty cool. A car. Wow, I remember our two-year-old or three, she got a fake phone, and she said, wow, mom, I got a phone. But you know, kids can get really excited about some gift. A pet parrot. All right, thank you. Thank you. We have to get on, but I appreciate your help, Irina. And kids, thank you. At least you can see, and your mom and dad can see what you really want. You know, that's what's so special. We're expecting some gifts. We're expecting some things. But I would like to you, kids, девочки, мальчики, boys and girls, how about you? Sorry that I'm flipping the coin right now. Did you prepare anything for your mom and dad? You did? You know, we have no time to ask, but let's just keep it in your mind. You know, and some kids, if you didn't come up with idea, you might think I'm so small. Дядь Дима, why are you even asking me? I'm just a little kid. Я маленький мальчик или маленькая девочка. But you know, just little tips. Your mom and dads, they love little cards. Напишите, write them a little card. Say, mom, I love you. Dad, I love you. Or do a little coupon. Say, mom and dad, I would like to spend, if you are alone sometimes, anytime, I would like to spend that time with you. If you need help in anything, this is a little coupon for you. Whatever you need. Вы знаете, я думаю, they're gonna love that. So just ideas. And by the way, speaking of the gifts, let's get back to this. I would like to give away some gifts. I will have, Irina will help me. I need some volunteers. You raise your hand and hopefully Holy Spirit will help her. Because there are so many hands. I really don't know whom to give. But we will have the Bibles. Giveaways. Okay, this gift that I have, if you're in kindergarten or first grade. We have some Bibles, and I'll tell you why we're giving up Bibles. First of all, it is the greatest gift, and we will have, and they are beautiful. They are, have some great pictures. You will love these Bibles. Okay, if you're a kindergarten or first grade. Okay, I think I'm going to pick right here, this girl. Right here. Right here. Merry Christmas. What is your name? Alyssa. Alyssa, enjoy.
Okay, this one is... It's hard to tell. Hold on, let me check. Oh, okay. Okay, this one, if you're a four-year-old, preschool. Anybody four? Four? Okay, I think I already picked one right here. We've got another 3 to 5 year old. Any 3 to 5? There you go. Enjoy. Merry Christmas. I'll let Irina handle it. 3 to 5 year old. A few more and we'll... Okay, if you're in second grade, anybody? First or second grade? First or second grade? I think I see one right here. Merry Christmas. Enjoy. Okay, we have a few more. This one is second grade. Second grade. Okay, let me try this side. Okay, we'll help to make it a little bit faster. Second grade, let's see, okay, right here. What is your name? Simon. Simon, Merry Christmas. Okay, we'll give this one away to this little girl right there. And okay, we have two more. Okay, and I believe that kids will be very excited about the Bible, so mom and dad, if your child didn't get it, so please take them to the Christian store supply and buy them a Bible. We'll give one right here. Okay, so okay, thank you. I have one more. It's for kindergarten. Kindergarten, someone in the back, right here. Right here. This one is for you. Merry Christmas. So, папа и мама, пожалуйста, если ваш ребенок, we just gave you an idea that your children, ваши дети, купите им Библии. Я с детства помню, когда нам на Рождество дарили просто карточку и маленькая надпись с Рождеством, я просто летал в небесах. Мне было где-то 4 годика. Я помню, я просто был восхищен. И там мандаринки подарили, мы в Сухуми на Кавказе жили, конфеты, и я просто летал. И вы знаете, so buy them a Bible, the best gift. Продолжим немножко и совсем быстро, я понимаю, программа. So kids, let's talk a little bit about baby Jesus. Since we are celebrating God's greatest gift, why did God decide to send his beloved son, Jesus Christ, to the sinful so much pain and troubles to this earth? And as we know from our kids' church, we know that because God loved us so much, he decided to send his own son to the sinful world. And I'm just going to use my PowerPoint here to help me. So, and we know the big story we studied about, our big story. Kids, can we say together the big story? Папа и мама, они это знают. We studied that in our kids' church. The big story. The big story is talking about the event as Adam and Eve, God created people, and God created us in his image. And we know that through sin and Satan, the sin entered the world. And we know that God has always had a plan. And God chose Abraham, the man who loved God, and the man who walked before God. God promised that through you, I will bless all the nations of the earth. And through you, through Abraham,
God promised through his family to send Jesus, the Savior of the world. And God's messengers in the old times, in the Bible times, that's why I gave you the Bibles. I told you there was a reason I gave you the Bibles. So they are so important. God's messengers, filled with the Holy Spirit, they talked and they promised. They spoke of the day Jesus will be born. And help me out, please. In what city was Jesus to be born? Bethlehem, I already heard. So thank you. So God, one of the God's prophets said that Jesus was to be born in Bethlehem. The special only person through whom the salvation, that's why we call it the biggest gift, the salvation should come. And one of the prophets, and that's the place in the Bible we're going to open and quickly read. We can see Isaiah 9:6. And one of the prophets' name was Isaiah. And he clearly said, and he will be called Wonderful, Advisor, and Mighty God. He will also be called Father who lives forever, and Prince who brings peace. Those are very powerful words. And the reason I chose, out of many prophecies that God spoke about baby Jesus, the reason I chose this because Jesus has very powerful names. And I wanted to leave this little message for us and for you little kids that Jesus, as we know, he was born. And it's already history. But the big thing that Jesus did not just drop the ball and just left this world and whatever happens there, let it happen. No. He promised clearly that he's coming back. And the Bible is saying as he's coming back, his name is Word of God. Слово Божие. And that's where I'm taking you to, with all these Bibles, with all these gifts. His name is Word of God. Имя Его есть Слово Божие. And that's why it's so important. The biggest gift that is wrapped for us, it's His message. Message of salvation. That He is the Word of God. He's coming back powerfully in a mighty strength. And all His enemies, we will be traveling with Him, the Bible is saying. Those who will be with God. You don't want to be in front of Him. You want to be following Jesus. Because when He's coming back in a powerful, mighty, whoever He sees, His enemies, we will feel sorry for them. But that day is coming when Jesus is coming back on earth. And I would like us to stand up, just the kids, please. Девочки и мальчики, я хочу, чтобы вы встали. Kids, can you stand up? And I would like us to say, because God gave us message to love our mom and dad, to love our brothers and sisters. His message is to love God and read the Bible. Can we all say together, я хочу вас попросить, чтобы мы сказали вместе. Are we ready? Thank you, Mama и Papa. That I was born in your family. Thank you for loving me. Taking care of me. Just like Mary was taking care of Jesus. Papa and Mama, I hope. So now you have to even better taking care of them. They love you. They know just like. So God bless you. Я хочу, чтобы мы все вместе стали на наши ноги. And now we'll just say, with the little time we have, let's just say, thank you, Jesus. You're the greatest gift. You're leading us to eternity. Господь, мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь, то, что Ты дал нам самый прекрасный подарок. Ты дал нам вечную жизнь. Господь, и мы следуем за Тобою. Мы приняли эту благую весть.
Спасибо Тебе, наш Бог, спасибо Тебе, Иисус, что Ты пришел, чтобы взять все наши грехи на Себя. Господь, мы любим Тебя, и мы хотим быть верными Тебе во всей нашей жизни, Господь, для славы Твоей жить. In Jesus' name, Amen. Присаживайтесь, пожалуйста. Филиппа Никиев, ты можешь проходить... где ты есть, хорошо, молодец, проходи вперед. Я хочу, детки, у вас у всех спросить, сегодня мы все используем интернет. Вы знаете, да, что такое интернет? Я понял, папа, мама, да? А вы знали, что такое интернет? А как вы знаете, как все узнали о том, что родился Иисус? Вы знаете эту историю? Как вообще все люди узнали о том, что родился Иисус? Что произошло? Так, правильно, некоторые у нас даже знают. Помните, что появилось на небе? Сайн, надпись? Или что появилось на небе? Звезда, правильно, правильно, звездочка появилась. И те, кто читал Библию, те поняли, что это произошло. Знаете, да? Они пошли искать Иисуса, поэтому люди знали, что если появилась звездочка. Вот сейчас про эту звездочку нам споет Филипп, пожалуйста. Нам добра новина лунає серцям, Христос народився у Віфлеємі для нас. Кожна родина його величає, Боже ім'я нехай прославляє. Віють, що Спаситель прийшов, зірка нам сяє. Христа сповіщає, Спас народився для нас, славімо Його. Божому Сину славу віддайте, і в серці своєму за все Христа прославляйте. Любов на землю зійшла, кожному серцю надію дала, на вічне життя, де чекає нас Бог. Наші провини і всякий гріх там на Христі Ісус переміг. Бог до Христа закликає усіх. Зірка нам сяє, повіщає, Спас народився для нас, славімо Його. Божому Сину славу віддайте, і в серці своєму за все Христа прославляйте. Сповіщає, Спас народився для нас, славімо Його. Божому Сину славу віддайте, і в серці своєму за все Христа прославляйте. Спасибо, спасибо, Филипп. А сейчас, Ариана, да, спасибо большое.
Сейчас Ариана Козлова нам сыграет Silent Night, и после этого у нас будет песня трио. Спасибо, спасибо. Друзья, давайте поблагодарим их. У нас есть еще Денис и Петр Секишев. Пожалуйста, пройдите сюда, Денис и Петр. И на самом деле это прекрасно, что наши дети, они могут выражать свои таланты здесь. Знаете, кто-то играет на пиано, кто-то рассказывает стихи на виолончели,
кто-то поет на русском языке, на украинском языке, на английском языке. Друзья, это прекрасно, это хорошо, потому что наши дети начинают быть задействованы в Церкви Божией. Мы их благословляем, особенно на праздник, это прекрасно. Пожалуйста, ребята, давайте, Бог да благословит вас. А после этого... Пожалуйста. Святість, радість і обнову для людей Різдво Христово. Ми Різдво Христа шануємо, Він спасіння всім дарує. Славте Бога у хвалі, всі великі та малі. Я не пастух і не мудрець, я хлопчик з України. Ти знаєш те, що мій творець хлеву родився на сіні. Очима віри я дивлюсь і тішуся душею. Самого Бога Син Ісус став радістю моєю. Як діти всі, отак і я. Живу і підростаю. І по-дитячому щодня Ісуса прославляю. Аминь. Аминь. Слава Богу. Спасибо. Спасибо. Мы продолжим? Спасибо. Давайте вот тут микрофоны ваши. Вот вы умнички. Эллисон, Эллисон Терзи, пожалуйста, проходи сейчас. It's your time. Okay. You're here. Oh, awesome. Okay. God bless you.
Thank you, Allison. Thank you, Ella. Nice. God bless you. And definitely everybody's just wondering what's going to happen tonight, because the stage, just, there is some decoration and the people just wonder what's going to happen. And absolutely, я уверен, что вы все думаете, что будет у нас происходить здесь на сцене, потому что у нас какие-то декорации, у нас что-то стоит. И мы думаем, это не просто decoration. That something's going to happen. Am I right? Are you waiting for something? Да, вы ждете, детки? Я думаю, что мы все уже ожидаем. И у нас сегодня, конечно же, есть постановка, есть что-то будет интересное сейчас здесь происходить, потому что этот вечер, он есть особенный вечер, у нас сегодня праздник, у нас сегодня есть Рождество. И, конечно же, на Рождество всегда есть что-то особенное. Я, детки, все те, кто сзади особенно сидят, я приглашаю вас сейчас сюда, маленькие, чуть-чуть повзрослее, вы можете пройти, и прямо здесь вы можете сесть на полу. Прямо здесь. Те, кто сидят в первых рядах, вы оставайтесь. Детки, if you like in the first, second and third row, just stay where you are. А те, которые... Вы можете просто пройти, если есть тут место, вы можете просто сесть на пол. Потому что мы знаем, что вы по-любому сюда сейчас придете. Лучше это сделать сейчас, пока наши другие ребята, они готовятся. Вы можете пройти сюда, вы можете сесть прямо здесь на полу, прямо здесь. Yeah, just come over. Yeah, come up on the front. That's your place for tonight. That's your church. And that's gonna be happening for you. Are you guys excited tonight? Yes, are you? Oh, awesome. Okay, no, just don't go far away. No, just don't go there. Okay, let's stay here. Let's stay here, yeah. Let's stay here. Hey, calm down. Okay, yes, awesome, awesome. That's a perfect age, perfect line. Thank you so much. Вы такие послушные. Мы тоже такие взрослые, хотим иногда быть послушными. Молодцы. Вам всем тут будет хорошо видно? Да? Are you guys... Yeah, I should talk in English. Okay, no, just don't sit there. No, just... Yeah, just a little bit lower. Hey. Yeah, that's your friend right here. Oh, your brother, actually. Okay, so... And are you promise... So, can you promise me you're gonna be... Stay quiet? Yes? Can you say it louder? Yes. Okay, and now just be quiet and watch, okay? Now just be quiet and watch and go, don't go far away, okay? Thank you, thank you, thank you. А мы будем смотреть постановку, которую приготовили наши тоже такие же самые детки, как и вы. Спасибо. Тысячи лет назад на землю пришел Иисус. Он прожил недолгую жизнь, но в ней Иисус показал людям самое главное – великую любовь Бога к человечеству. Сердца, ожесточенные трудной жизнью, нестерпимым горем, отчаянием и безысходностью, благодаря этой вечной любви даже сегодня оттаивает, возвращается к новой жизни, полная смысла, радости и мира. О таких оттаивших сердцах и повествует наш сегодняшний спектакль «Секрет портного». Клаус, так зовут нашего главного героя, вместе с его женой Гертрудой и детьми Питером и Мартой, спасаясь от войны и беспорядков на его родине, перебрались на север Финляндии. Шло время, и Клаус стал процветающим портным. Папа, а мы еще долго здесь будем жить? Я думаю, да. Война на нашей родине еще не скоро закончится. Ну и хорошо. Нам здесь нравится. Правда, Марта? Угу. Вы что, наконец-то нашли себе друзей? Да,
Мы познакомимся с Йоханом и его сестрой Кэтрин. Молодцы. И где же живут ваши новые друзья? В соседнем доме. А кто у них родители? У них очень бедные родители. Отец уже год не может найти себе работу. Скорее всего, он просто лентяй и бездельник. Не говори так, Клаус. Наши соседи очень хорошие люди. Просто им повезло меньше, чем нам. Ты же знаешь, в стране очень тяжелое положение. Количество бедных все растет и растет. И только милости Божией мы еще не попали в их число. Не знаю, как насчет милости Божией, но я работаю день и ночь, поэтому мы и не голодаем. А им действительно не повезло, потому что они лентяи, и я лично не хочу знаться с этими неудачниками. Конечно, Клаус. У тебя сейчас много заказов, и тебе ни о чем беспокоиться. Но это не твоя заслуга, когда у людей не будет достаточно денег на одежду. Мы тоже останемся без гроша. Мы никогда не останемся без гроша. Если я не буду шить, я найду другое занятие, которое приносит доход. Дорогой, ты, конечно, очень трудолюбив. Я просто говорю о том, что нельзя судить об людях сгоряча. Люди не власть над своей судьбой, но она в руке всемогущего Бога. Моя судьба в моих руках. Я сам добываю себе счастье. А безработные люди – это бездельники, которым проще попрошайничать на улице. Надеюсь, вы поняли меня. Я не хочу, чтобы вы общались с этими оборванцами. Найдите себе более достойных друзей. Ну, папа! Клаус, дети же не виноваты. Хватит! Я ничего не хочу больше слышать об этом семействе. Мама! Там пришли Йохан и Кэтрин. У них заболела мама. Они просят тебя помочь. Господи Боже, что там случилось? Питер, поди скажи им, чтобы возвращались домой. Я сейчас соберусь и приду. Марта, займись, пожалуйста, посудами. Неужели ты пойдешь к ним? Конечно, дорогой. Мы должны помогать окружающим. Но это опасно. Сейчас ходит эпидемия тифа. Не волнуйся, Клаус. Гертруда, это же бред какой-то. Ты рискуешь своим здоровьем, а они ничем не смогут отблагодарить тебя. Клаус, я хочу поступать так, как поступил бы Иисус. Не ходила бы ты лучше, у меня дурное предчувствие. Клаус, людям нужна помощь. Как я могу не откликнуться? Не волнуйся, дорогой. Лучше помолись за бедную женщину. Ну вот еще. Буду я молиться за этих нищих. Папа, можно мы пойдем помолимся за маму Йохана? И вы туда же. Молитесь и быстро в кровать, уже поздно. Ну, наконец-то! Ох, Клаус, у нее действительно тиф. Я сделала ей лечебный отвар. Муж и дети очень переживают. У бедняжки озноб, а у них тоже теплого одеяла нет. Я отдала ей свой пуховой платок. Гертруда, у тебя доброе сердце, но нельзя же быть такой расточительной. Пойдем спать, я валюсь с ног. Что с тобой? Да ты вся горишь. Да чтоб они были прокляты, эти соседи. Я так и знала, я чувствовала. Ну ничего, дорогая, посиди чуть-чуть, я сбегаю за доктором. Ужасная эпидемия тифа унесла жизни жены и детей Клауса. Казалось, Клаус потерял всякую цель в жизни. Он продал и променял на еду и дрова все свои инструменты. И теперь не мог вернуться к своему ремеслу, если бы даже захотел. Те, кто знали Клауса раньше, вряд ли смогли узнать его теперь.
Он ходил низко, опустив голову, волоча ноги. Его одежда превратилась в лохмотья, а длинная седая борода спуталась в клочья. О Господь наш Небесный, Иисус, посмотри, как скорбит сердце этого человека. Помоги ему, пожалуйста, дай ему утешение и радость жизни, наш милосердный Господь. Придет время, и луч света, надежды и новой цели в жизни пробьется сквозь тучи, покрывшие жизнь Клауса. Но он должен суметь забыть о собственном горе и задуматься о нуждах других. Как только он сделает это, я совершу чудо. Ух ты! Смотри, какие классные игрушки! Здорово! Смотрите, какая красивая кукла! Я, наверное, попрошу папу с мамой, чтобы мне купили ее в подарок к Рождеству. А я попрошу, чтобы мне купили вон того мишку. Нет, самый красивый – это вон тот заяц. А тебе что купит Йохан? Да им с Кэтрин ничего не купит. Они же бедненькие. Да ведь, Йохан? Может, Гейл. Мы одеты беднее другие. Но наши родители едва хватают деньги на пропитание. Но мы не бедненькие. Мы, может, даже богаче вас. Вот вы это и загнули. У вас что, где-то золото спрятано? Да, спрятаны. Здесь, в сердце. Неужели оно у тебя золотое? Так иди, продай его. Ничего смешного здесь нет. Наша мама говорит, что самое большое сокровище – это вера в Иисуса Христа. Вы слышали? Они считают это сокровище. У моего отца собственная фабрика, свой особняк и земля. Он покупает все, что хочет, и мне на Рождество купит все, что я попрошу. А что вам купит ваш Иисус? Он пошлет им с неба подарки. Может, и пошлет. Откуда ты знаешь? Он всемогущий. Он все может. Ну, ждите, ждите. Долго ждать будете. Но знаете, Иисус – это сказка для взрослых. Да, и Рождество придумали, чтобы детям можно было подарки дарить. Темнота. Мне тоже пора идти. Не расстраивайся, Йохан. Когда-нибудь Бог приведет нас в страну, там, где ни в чем не будем нуждаться. Там будут самые лучшие в мире игрушки, веселые карусели и сладости. Ты знаешь, Кэт, это действительно похоже на сказку. Иногда я думаю, вот мы верим в Бога, стараемся жить честно, но мы беднеем, а нечестные богатеют. Так где же он, справедливый Бог? Наверное, он забыл про нас. Не говори так, Йохан. Бог любит нас и даст нам все необходимое. Да, и подарки нам с неба спустит, а не спустит. Над нами опять весь двор смеяться будет. Бедные дети. Им тоже нелегко живется. Подумать только, я их презирал, а стал таким же нищим и несчастным, как они. Но я-то хоть немного счастья повидал, а они несчастны с самого детства. А сколько таких детей еще у меня по соседству, а сколько в городе... Нет, Клаус, нет. Почини ее, почини. Странное дело, что-то меня не отпускает с этого места. Почини их, почини. Вот если бы можно было их починить и раздать детям из бедных семей,
они были бы так счастливы. Но что я могу сделать? Я просто бедный, несчастный старик, и у меня нет ни инструментов, ни ниток, ни иголок, ни материала, чтобы починить их. Для Бога нет ничего невозможного. Если это сделаю а Бога, Он обеспечит все необходимое. Беру у тебя сердце каменное и даю тебе платяное, чтобы ты творил мою волю и приносил радость людям. Только так ты обретешь покой и счастье. Что это было? Мое сердце. Оно больше не болит. А ну-ка, друзья, полезайте в мешок. Нам предстоит очень важное дело. Где вот только мне найти инструмент? Вот это да. Немного поржавел, но ничего. Почищу, будет как новенький. И нитки, и иголки всех размеров, и даже краски. Это ли не чудо Божье? Видно, Бог и вправду хочет преподнести бедным детям подарки на Рождество. Что ж, я буду очень рад принять в этом участие. Пусть и в бедных семьях дети порадуются. Пусть знают, что Бог их не забыл. Клаус решил не терять ни минуты. За несколько дней он собрал сломанные игрушки и разузнал, где живут дети бедняков в городе, записав адреса в маленькую книжечку. День за днем он чинил, склеивал, набивал игрушки. Каждую ночь он допоздна засиживался за работой, пока пальцы не сводило судорога, а глаза не закрывались от усталости, и он засыпал прямо на стуле. С первыми лучами солнца Клаус вставал и продолжал свой труд любви. Какой ты получился красивый, самый лучший из всех игрушек. Тебя я подарю Йохану, а ты предназначена для Кэтрин. Да, давно я не был так счастлив. Сам Господь удостоил меня чести служить Ему этим интересным делом. И я очень доволен. Наверное, завтра, когда дети получат свои подарки, никого не будет счастливее меня. Но как же мне раздать игрушки детям? Как сделать, чтобы дети знали, что эти игрушки не от меня, а от Бога? Понеси игрушки ночью, когда все спят. О, идея! Я повезу игрушки ночью, когда все спят. Хорошо придумал. Вечер на Рождество выдался холодным, мела метель. Клаус шел от улицы к улице, таща за собой сани с мешками и оставляя на крыльце каждого дома, где жили бедняки, один или несколько свертков.
На следующее утро всех бедняков в городе ожидал приятный сюрприз. Хельга, Ния, идите сюда! Смотрите, какие потрясающие подарки! Ну, откуда ваши родители взяли за это деньги на такие дорогие подарки? Они что ли, банк ограбили? Посмотри вокруг, Гео. Смотри, сегодня все дети из бедной семьи получили подарки. И все они не куплены. Их нам подарил Бог. Да ладно вам заливать. С чего вы взяли? Смотрите, это лежало в мешке, который мы нашли сегодня утром на крыльце. Любовью от Бога Всевышнего. Здорово! Смотри-ка, правда ли, что ли Бог есть? Йохан, Кет, я, в общем, хотела извиниться, что мы смеялись на вас. Бог действительно вас любит. Что ты, Гел? Бог любит всех, и тебя тоже. А меня? И тебя, Хельга, и тебя, Ния. И все нас просят, чтобы мы также любили друг друга. Никто не знал, откуда взялись игрушки. Некоторые рассказывали, что накануне вечером видели старика, который разносил подарки. Другие утверждали, что видели таинственные сани, нагруженные большими мешками. История обрастала все новыми подробностями. И в конце концов люди стали говорить, что в сани был запряжен северный олень и что они спустились с небес. Что ж, в этой истории была доля правды. Действительно, был старик, весь запорошенный снегом, и нагруженные мешками сани. В каком-то смысле они действительно спустились с небес, потому что Бог принимал в этом непосредственное участие. Весь следующий год Клаус неторопливо собирал и чинил сломанные игрушки. Он был чрезвычайно счастлив. Вновь наступило Рождество, и Клаус тайком раздал игрушки детям бедняков. Ранним, тихим, рождественским утром старик, уставший после тяжелой работы, скончался. Почти никто в городе не узнал о его кончине. Но на небесах, куда он отправился, в его честь был устроен большой праздник. Он воссоединился со своей женой и детьми. И все небеса радовались этому событию. Молодцы, молодцы, дорогие. Давайте еще раз поприветствуем их. Детки, оставайтесь на местах. Guys, you can remain, boys and girls, remain where you are. I want to ask you a couple of questions, okay? Boys and girls, remain where you are. Can you count to two? Okay, let's do it all together. Ready? One, two. Again. One, two. Okay. Okay, now, I want to see. Can you count in Russian to two? Окей, будем все вместе. Один, два. Еще раз. Один, два. Хорошо. Вы знаете, что... Теперь слушайте внимательно. Каждые две секунды вы принимаете решение. Every two seconds you make a decision. Okay? Every two seconds you make a decision. That's about 2,000 decisions in 1 hour.
Okay? So every 2 seconds you make a decision either to go like this or to stand up or put your hand in here or turn around or to say something. Every 2 seconds you make a decision. Did you know that? Yeah, we as people, we make decision every 2 seconds. Хорошо, boys. А вы знаете, что когда мы принимаем решение, мы растем в принятии решения. We grow when we make decisions. Okay? So here's what it means. If I make a decision to tease my brother in every 2 seconds, right? Then next 2 seconds, I make a decision to tease my brother again. Next 2 seconds, I make a decision to tease my brother again. That means I get used to it, and I do it more and more and more and more. Чем больше я делаю то же самое, тем больше я постоянно буду делать больше и больше и больше. Хорошо? Я хочу для вас предложить. Everybody is sitting down. Everyone is sitting down. Все сидят. Я хочу предложить для вас. Вы видели ангела, который ходил? Бог наблюдал. Бог видит. Я хочу спросить у вас, кто хочет, чтобы научиться делать добро, принимать решения? I want to see your hands. Who wants to learn how to do good in life? Every 2 seconds, when we make decisions, to learn how to do good. Okay, I want you to stand up. Those of you who want to learn how to do good, I want you to stand up. Okay. Good job. Can you pause for a second? I want to ask parents if they want to do the same. Хорошо? Дорогие родители, вы знаете тоже, что мы как взрослые, мы тоже каждые 2 секунды принимаем решения. И сейчас, пока закончится вечер, вы примете очень много решений. Бог хочет, чтобы мы принимали решение делать добро. Послание к Титу говорит, мы созданы делать добро. Я попрошу всех вас встать. Давайте мы благословим этих деток, помолимся за них, чтобы Бог научил их по жизни делать добро, потому что мы созданы для этого на земле. So guys, boys and girls, everyone's gonna close your eyes and we're gonna ask God and Holy Spirit to teach you how to do good and how to make good decisions in life. You ready? Okay, let's pray. Родители, давайте благословим деток. Господь Иисус, стоя перед Тобой, я благодарю Тебя и славлю, что Ты дал в наши руки их, Господь. Ты благословил нас детьми, Ты благословил нас этим наследием. Я прошу Тебя, благослови их в то время, в которое Ты определил для них. Ты создал так, что мы, Господь, разумом нашим принимаем решения очень много. Разных решений, подсознательных решений. Но я прошу Тебя, помоги нам сознательно учиться делать добро, чтобы сегодня, сделая добро, завтра было легче делать добро. Когда мы сделаем послезавтра добро, следующий день будет намного легче делать добро. Когда мы делаем добро на протяжении недели, потом на протяжении следующего месяца, оно намного легче делать добро. Поэтому я прошу Тебя, Господь Иисус, благослови родителей, благослови матерей, благослови отцов, благослови каждого на этом месте, кто здесь, Иисус, чтобы мы научились делать добро. Господь, мы сейчас благословляем детей, и мы говорим, помоги нам, Господь, чтобы они научились делать добро по жизни. Потому что к Титу Ты говоришь, что Ты создал нас для добрых дел, чтобы мы и шли, и делали добрые дела. Помоги Ты им, Господь, по характеру ихнему, по способностям ихним, чтобы они развивали свое сердце, чтобы оно было мягкое и доброе, и чтобы по жизни они делали добро, несмотря где они будут и чем они будут заниматься. Мы это просим, мы благословляем их на добро, мы благословляем их на добрые дела, мы благословляем, Господь, для Царства Твоего, мы благословляем на действие Духа Святого в ихней жизни, мы благословляем на добрые дела и в ихней жизни во имя Иисуса Христа. Давайте благословим их. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе
мир. Аминь. Everybody sit down. Все детки садитесь. We're gonna hear an important announcement. Okay? Все родители, все детки, please be seated. Thank you, Pastor Alex. Did you like the play? Yeah. Did you get your point? Вы поняли, о чем это было? Да? Окей. Вы умницы. Вы мне обещали, что вы тихонько будете сидеть, и вы исполнили ваше обещание. А те, кто исполняют, обычно получают reward, получают подарки. Какое Рождество без подарка? Окей, Джесая сказал, что he didn't, so probably Джесая тоже получит подарок. Джесая, you're a good boy, I love you. Друзья, родители, пожалуйста, внимание. Теперь объявление насчет подарков. Конечно же, все детки, конечно, какое Рождество без подарков. И у нас тоже есть подарки для ваших деток. Поэтому я хочу вам, чтобы вы были внимательны, именно родители. Ваши детки не идут за подарками. За подарками идете вы, родители. Для того, чтобы там не было непонимания, столпотворения, вы идете за подарками, родители идут. Поэтому, пожалуйста, вы пройдете в боковые двери от меня, это от левой стороны, от вас это правая сторона, боковые двери, и пройдете так вдоль коридора. Подарки будут вот в этом вот малом зале. Для того, чтобы это была правильная линия, одна линия, вы пройдете так сюда под стенку, заходите в зал. Там висят, подарки стоят, там висят буквы под вашей фамилии, ищите букву под вашей фамилией. Поэтому, пожалуйста, там будет по алфавиту будут развешаны буквы, подходите туда, где ваша буква по вашей фамилии. Но это только дети, только родители, пожалуйста, дети не идут за подарками. Вы возьмите подарок, подарки даются для детей от 1 до 13 лет. From 1 to 13. Поэтому будьте благословенны, подходите, берите. Мы благословляем вас, мы благословляем ваших деток. Merry Christmas, с Рождеством, будьте благословенны. Хорошего вам всем вечера. Окей? Окей, good. Детки, вы остаетесь, вы не идете, только родители. Для гостей тоже, поэтому, пожалуйста, гости, вы тоже можете пройти и взять подарок для вашего ребенка, только там под буквой вашей фамилии. Подойдите туда, пожалуйста. Нам это нужно, чтобы учитывать всех. Пожалуйста, гости тоже и, естественно, все те, кто является частью церкви Bread of Life. Будьте благословенны.